Сразу возьму новый патрубок, поставлю номер его. Где его номер? Патрубок системы охлаждения. Вот он, 5Q0-122-101ЕА. Вот такой вот патрубок. Я его разденял. Он подтекал у нас в этом месте и подтекал в обоих вот этих соединениях на тройнике. Идет он под одним номером, но вот такой вот большой и длинный. Патрубок 14 года. Где-то долго лежал на складе. Устанавливаю его. Установил. Здесь у нас на помпу защелкнется. Здесь у нас на радиатор защелкнется. Это потом у нас через верх пойдет сюда. Все. Можно ставить помпу. Ремешок я новый поставил. Ну и потихонечку завожу помпу. При этом разъем надо поставить. О, разъем я защелкнул. И трубку теплообменника отдел. Все, можно наживлять. Все, я затянул все 5 болтов. Одеваю на место ремешок. Одел ремешок. Натянул. Тяжко. Пока натягивал, камера отключилась. О, начал как? Я думаю, видел. Не знаю, на каком моменте отключилась. Но поставил. Все. Ремень стоит. Натяжки нету. И лучше всего его устанавливать, накидывать, когда помпа устанавливается. Но я этого не сделал. Я прикрутил помпу, а потом накинул ремень. Накинул одну сторону и коленвал спереди покручивал ключом по ходу движения по часовой стрелке. Рукой придержал ремешок и одел. Таким образом затянул его. Ставлю на место крышку.
крышку ставлю, а вот болт мешает ее поставить. Следовательно, и один, и второй болт надо выкрутить. Один вот этот, а один вот здесь вот под помпой. Этот-то удобно и закрутить, и выкрутить, а вот с тем приходится помучиться, чтоб его... Ну, открутить-то я сейчас откручу, а вот закрутить... Ладно, это уже показывать не буду, это мелочи. Все. Крышку я закрутил. Патрубок здесь я одел. Здесь я защелкал. Уголок защелкнул. Разъем снизу отдел. Проводку здесь защелкнул. Так, вот эту проводку можно собрать. Это у нас здесь будет на датчик. А вот эти три разъема я защелкиваю. Этот у нас на коллектор. Так. Потерял разъем на датчик детонации. Так, ну все, разъемы соединил. Здесь они лежали так, никуда подцеплены не были. Перепроверяю. И могу на место поставить вот этот патрубок. Так, все, он стоит, это прикрутим, это оденем, это поставим, это вытаскиваю. Так, завожу. Вроде бы это не мешает, это не мешает, это встанет, это не мешает. Коллектор встал, одевая воздуховод. Так, воздуховод одел, проводку сразу защелкну, разъем сразу одену, вакуум сзади сразу одену. Так, разъем на датчик сразу одену. Все. Наживляю и закручиваю.
Так, я, наверное, пока не ставлю, потому что мне сейчас насос снять надо будет. Так, этот шланг сейчас еще пройдет. Снимаем пока насос топливный. И меняю на под ним прокладку. Дернул вакуумную трубку. Ну и вроде бы этот у меня шланг отцеплен. Откручиваю три болта крепления насоса. Все, насос загудел. Ласточки на гнездо. И вот эта прокладка побежала. И при том побежала очень сильно. Если посмотреть, под ней все в масле. Прокладка металлическая, профилированная. Можно было новую не покупать, на герметик посадить, но заказали новую. Вот такая. А, она уже снималась. Она уже снималась. И поэтому она не обжалась второй раз. Протираю все. Прокладку заказывали оригинальную, но пришла в отдельном гриппере с номером оригинальным, просто 06H103-121J.
Нет, оригинальная. Да. Это радует. Перед установкой ослабляем насос. Два болта, чтобы он сюда вышел, чтобы шток не давил на вал. И прокладка устанавливается на насос. Здесь есть посадочная, вот они. И уже устанавливаем с прокладкой. Насос отвел и завожу. Наживляем, закручиваем болты. Затягиваю. Вакуум притянул, а теперь можно и сам насос притянуть. Сразу ставлю на место патрубок.
с соседями ломаны. Ну и все, можно собирать воздуховод. Вроде скидал, заливаю антифриз, красный синтек залью. Пока я заливаю, вот этот разъем не показал, паропровод сверху снял. Все, антифриз отсюда пошел. Я пока хомут не одеваю, может быть, еще буду воздух спускать, потому что положенной емкости не налилось. Запускаю автомобиль. Проработала у меня машина больше часа, гонял
систему охлаждения воздушного клапана для сброса не нашел воздуха. Сбрасывал здесь, сбрасывал сзади, вот на этом. Сейчас все прогрелось нормально. 90 градусов держит. Работает стабильно. На этом замену помпы и термостата это в едином блоке я закончил. Всего вам доброго.